Чи знаєте ви, чому зебри смугасті? Існує кілька гіпотез, чому ці тварини виглядають саме так. Одна з них така. Смугасте забарвлення допомагає зебрам маскуватися у високій траві. Інша – смугастість захищає їх від хижаків, в яких виникають оптичні ілюзії. Наступна гіпотеза полягає в тому, що індивідуальний малюнок зі смужок використовується зебрами як упізнання, що має важливе значення у репродуктивній біології. І четверта версія – смужки потрібні для терморегуляції. Всі гіпотези мають право на існування, але кожна із них поки остаточно не доведена. Сьогодні ми зустрілися із Вікторією, яка займається кількома різними породами собак, з якими ми познайомимось трохи згодом. А зараз до вашої уваги знайомство із чудовими, надзвичайно милими та розумними собаками – голден-ретриверами. В домі у мене є ребенок маленький, а там, де є ребенок, це сама ідеальна собака. Вони дуже ласкаві. Они очень игривые, они любят внимание и дарят свое внимание тоже очень как бы сильно. Собаки, которые, знаете, вообще за границей эта собака используется даже как вот поводырь, собака-поводырь для слепых людей. Также используется в Красных Крестах как собаки-терапевты. Они обладают очень сильной энергетикой на самом деле. То есть, это как просто живая, огромная, мягкая игрушка, которая дарит постоянно позитив. И вот у них морды такие, что они постоянно улыбаются. А собака на самом деле улыбается. У них не бывает плохого настроения, у этих собак. Если ты не хочешь с ней играться, вот, допустим, она к тебе подходит с игрушкой, наша взрослая собака, ты ей там говоришь: «Лаки, уйди». Она уходит, и она будет играться сама. Хочешь играть? Спит она, не спит. Она придет и будет играть с тобой. То есть, это собаки безотказные. И очень красивые. Это действительно, вот из всех ретриверов, на мой взгляд, это самая красивая порода. Разновидність ретрівера. Лакі нещодавно народила аж 10 щенят, більша частина з яких вже знайшла собі власників. Через те, що Лакі стала мамою, частину шерсті вона зараз втратила. Та зовсім скоро Лакі знову хизуватиметься своєю красивою білою шубкою на заздрість іншим песикам. У нас було 10 щенків. Да, у нас було 6 мальчиків і 4 дівчатки. Ну, вообще, голдены, вообще все ретриверы, они очень многоплодные. Бывают по 12, бывают по 14 щенков у собак. Это, как бы, для них это нормально. Ну, а вот люди у вас, я так понимаю, же несколько щеночков взяли. Вот в основном берут все-таки, как именно вот для души, как домашний любимец, или вот для чемпионских каких-то достижений, вот? Ну, у меня из 10 щенков осталось 4. Из них только один щенок уехал для конкретно вот заниматься на выставках люди. Остальные все брали в семьи именно там, где есть дети. Взяли у меня щенка, семья, у них 3 детей, мама, папа, люди живут в квартире. И они, тем не менее, взяли туда щенка именно для детей. Потому что вообще собака любой породы... Она в детях как бы воспитывает ответственность. Дети с детства понимают, что они ответственны, они идут гулять с собакой, неважно какая погода. Собаке все равно, плохо ты себя чувствуешь или хорошо, ты должен с ней идти на улицу. И вот они именно взяли, а взяли голдена, потому что собака не агрессивная. У них там самый маленький ребенок, получается, по возрасту, вообще очень крошечка, он еще там в коляске. Просто эта собака, она может только залезать до какого-то там потери состояния адекватности, но покусать никогда никого не укусит. Лакі має певні досягнення. Вона посідала перші місця на різноманітних виставках, що, звичайно ж, є гордістю для її власниці. Лакі, когда себе приобретали, мы не думали с ней вообще ездить на выставки. Мы брали исключительно для ребенка. А потом случилось так, что у нас же есть еще другие породы собак, которые у нас конкретно целенаправленно занимаются выставками. И мы пошли с Лакі тоже на выставку, повели ее вместе со всеми. Попали под эксперта Сергея Слукина, это очень серьезный эксперт, его знают, что это, под него многие даже там боятся ходить под этого эксперта. И он нам сказал, что собака очень хорошая по экстерьеру, очень хороша по стандарту,
у нее как бы нет каких-то там отклонений явных от чего-то. И после того мы вот начали как бы с ней кататься. Мы тогда выиграли, у нас была конкуренция. Мы выиграли, мы заняли первое место с ней. Она была вообще первый раз на выставке. Я тогда еще даже не знала, как правильно Голдена выставлять, как вот эти хендлинг-подготовки все. Ну, то есть я делала все, я смотрела, как делают люди рядом. И делала с ней то же самое. И мы выиграли. Потом мы были под иностранными экспертами много раз. Мы были в Крыму под итальянцем и под испанцем. Из 9 собак она заняла под итальянцем 3-е место, под испанцем 2-е место. Это очень как бы высокий результат, это очень высокий показатель под иностранными экспертами получить такое. Вот. Поэтому да. Но у нас Лаки, она у нас в британском стандарте, вот она в тип Британии, когда пошли оттуда первоначальные голдены, они широкие, у них хороший костяк. Сейчас в США как бы ценятся голдены более легкого костяка. Они легкие, у них не такая уже шерсть густая, поэтому конкурировать, ну, это, знаете, как на симпатию эксперта. Якщо ви вагаєтесь з різних причин, чи заводите вдома саме Голдена, то залишайте всі сумніви. Ці собаки не лише гарні, добрі та розумні, в них ще й досить міцне здоров'я, що теж є великою перевагою цієї породи. У голденов нет как таковых склонностей к заболеваниям, это я говорю честно. Собака абсолютно выносливая, абсолютно ко всему. Они даже вот могут спокойно жить зимой не в квартире, то есть если это частный дом, собаку не обязательно забирать в дом. У них настолько густая шерсть, они спят. У них единственный недостаток, который может привести к разным болезням, которые приобретаемые болезни, это то, что голдены на улице очень страшные подберушки. Они подбирают все, и как бы, ну, то есть что-то съел, может быть, потом нехорошо. А летом из-за шерсти? Вообще собакам делается груминг, этим собакам, потому что, ну, вот их постриг как бы и нормально. Летом жарко, жарко всем собакам. На зиму мы не стрижем свою Лаки, мы как бы и по выставкам зимой некуда как бы ездить. Поэтому она у нас так. Летом жарко, конечно, жарко, я не скрываю этого. Если есть в доме кондиционер, то это хорошо. Если кондиционера нет, ну, они у нас лежат в тенечке. Разом із Лакі з нами прийшли знайомитись два її дитинча, яким важко було всидіти на одному місці. Але задля Вікторії вони пішли на велику жертву і протягом нашої розмови поводились майже бездоганно. Это девочка, ее зовут Бренди Кола. У нас весь помет называется на букву «Б» по племенной книге. И мы, я долго особо там не заморачивалась, я им придумала всем такие красивые имена из дорогих напитков элитных. То есть у нас там было Балантинс виски, Бланка текила, Бакарди ром у нас был мальчик. Вот. Ну, как бы пьяные собачки. Вот. Ну вот. А вообще, когда покупают щенка, их в питомниках называют, конечно, такими именами, что иногда, ну вот у нас Лаки, например, она у нас не Лаки, ее зовут Секвоя, Золотое облако. Ну как бы дома называть собаку Секвоя, пока весь выгоришь, мы ей дали коротко Лаки. И когда они уезжают в новые семьи, их там называют совершенно разными другими именами. Вот у нас уехала девочка, она у нас была Бургунди Шампань. Ее назвали Барби, потому что она уехала к маленькому ребенку, к девочке, которая любит там мультики про Барби, у нее куклы Барби, ну собаку зовут Барби. Дивлячись на маленьких голденів, не можна не звернути увагу на те, що вони надзвичайно непосидючі і не дають спокою своєму власникові. І тут треба знайти до них підхід. Когда маленькие голдены, они очень шкодные. Они шкодят, как бы, ну, вообще вот это все предотвращается количеством игрушек и вниманием. Потому что маленький щенок, это как ребенок, ему надо внимание. Чем больше уделяешь внимания, чем больше его вымотал, он потом спит. Потому что они, у них три занятия. Они кушают, бегают и играются. И спят, все, как бы, ну, больше ничего. А взрослые собаки, они очень спокойные. Голдены на самом деле очень спокойные собаки. Без поводка можно гулять, собака не убегает от хозяина, то есть она постоянно находится в радиусе, где находится хозяин. Они не шкодят, они понимают. Очень большой плюс этой породы, что дрессировкам они поддаются очень легко. Они это воспринимают как игру, им это нравится. И элементарно сидеть, лежать ко мне собака может выучить там, ну, за один день, это серьезно, если начинать там с маленького возраста. Плюс они очень сильно любят плавать.
Они любят путешествовать. Если, допустим, люди, которые там, ну, нет детей, да, но люди там занимаются активной жизнью, ну, у них активная жизнь, они любят там ходить в походы, там еще что-то. Это тоже очень идеальный вариант. Собаки, если ты хочешь себе собаку, вот именно Голден, они выносливые. У них нету вот этого, что там я устал, я все. Ну, он устал, 5 минут отдохнул, и все, у него новые там батарейки, и он уже побежал дальше бегать. В кожного собаки свій власний характер. І коли ви тільки знайомитесь із маленьким пухнастиком, можна звернути увагу на маленькі дрібниці, завдяки яким і стає зрозуміло, хто перед вами – поважний та розумний пес чи маленький розбишака. Вот эта девочка, она очень балована, она была самая балованная в помете. Щенки спят, она с детства их всех будила, заводила, вот это по ним кудовчилась. Ну вот она, наверное, такая и в жизни и будет балованная, поэтому вот так вот, очень активно. Как будто ждет большой подарок, который не даст скучать. Да, который никогда не даст скучать. Привіт! Я мавпа Ривун і звати мене Галасливий. Живемо ми у Центральній та Південній Америці і переважну частину нашого дозвілля проводимо на деревах. Їмо рослини, а назву свою отримали через голосні звуки, якими спілкуємось один з одним. Мавпи-ривуни є одними з найбільших серед приматів Нового світу. Ми миролюбні та доброзичливі. Єдине, що нас хвилює – вирубування лісів, адже тоді нам не буде де жити.